Приветствую вас, и давайте для начала я попробую немножечко восстановить ход событий. Значит, вы месяц назад расстались с парнем, которым пробыли год. Чувства к нему у вас остыли, и вы не испытывали никаких либо серьезных переживаний по этому поводу. Далее вы пишете, что начали общаться с другим молодым человеком, с которым встречались полтора года, то есть до этого расстались не из-за измен, а просто потому что чувства остыли. Значит, вы там общались 3 недели, потом у вас был интим, и после этого он написал, что вы, собственно говоря, не подходите друг к другу, и вы теперь переживаете, потому что к нему у вас чувства. То есть вы расстались с молодым человеком первым, после чего начали общаться с предыдущим молодым человеком, и после того, как у вас с ним произошло сближение, вы ощутили, что у вас с ним чувства до сих пор. Вы знаете, вы не девушка легкого поведения, как вы пишете. И он вами не тот, чтобы воспользовался. Ведь вы же с ним почему-то расстались изначально. Что-то привело к тому, что вы разошлись. И это что-то осталось. Оно, к сожалению, никуда не делось. И, видимо, попробовав вновь сблизиться с ним и проведя с ним время, в том числе и переспав, вы, точнее он, понял, что вот это вот, то, что привело к разрыву ваших отношений, тогда не ушло, оно осталось, и ему этого не нравится. Он попробовал с вами вновь сблизиться, надеясь на то, что ситуация изменилась, но она не изменилась, она осталась той же. И он не хочет вновь наступать на те же грабли второй раз. А вы уверены, что у вас все получится. Соответственно, мужчина не воспользовался. Он действительно думал, что у вас может что-то получиться, но не получилось. И перед вами, по сути дела, стоит следующий выбор. Либо вы, значит, для себя самостоятельно выявляете причину, по которой вы расстались тогда, первый раз, вот вы говорите, что здесь изменился характер. Но не уточняете, чей изменился характер, ваш или его. В любом случае, какие-то проблемы были. Так вот, эти проблемы вам нужно выявить и постараться их устранить. И молодому человеку предложить попробовать еще раз, сказав ему, что проблему вы устранили. Ну, как бы поговорить с ним об этом. То есть, обсудив причину вашего изначального расставания. И вот тогда вы имеете шанс с ним сблизиться и реализовать свои чувства. Если он не захочет, значит, у него к вам чувства пропали. Так, к сожалению, бывает. И в этом случае, вам ничего не остается, кроме как жить дальше. А мужчина попросту вас не оценил. То есть вам нужно в этом случае изменить отношение к ситуации, посмотреть на него с той стороны, что мужчина вас отверг. Мужчина не захотел с вами быть, значит, мужчина вас не оценил, не испытывал к вам никаких чувств. А значит, и счастливый вас не сделает. А ваши чувства без подкрепления, без ответа, они со временем утихнут, и вы сможете начать новую жизнь с другим молодым человеком, который вас оценит, который вас полюбит, будет уважать и не будет отвергать. Пока что так, если проблемы расставания с молодым человеком вы хотите обсудить, буду рад вас видеть у себя в личке, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока желаю вам удачи и всего доброго.